Добрый день! Если у меня украли телефон, как можно установить свой канал на YouTube? Первое. Идете в телефонную компанию, где вы покупали телефон, симку, восстанавливаете и восстанавливаете телефон. Второе. Если вы восстановили телефон, то можете на ней восстановить почту. То есть вам надо восстановить телефон, почту. Третье. То есть вам надо сделать, восстановить симку телефона. Потом вас по этой симке подтвердит то, что вы являетесь владельцем вашего почтового адреса gmail.com и потом спокойно восстанавливать канал. То есть зайти на почту и уже с нее восстанавливать свой канал, потому что очень может быть, что YouTube запросит пин-код с вашего телефона. Пара-барабан. Если это не получается, то внизу можно кнопочку дать, если у вас нет доступа к телефону. И вам YouTube все расскажет. Пара-барабан.